शुचिपूत्र अत्र सुखं रूपं свое сердце, подобно лепесткам цветов, тысячи и тысячи раз лотосных стоп моего духовного учителя, Нитилилы Правишты, Ом Вишнупада, Штотра Шата Шри, Рупануга Чари Вари, Шрилы Бхакти Веданты, Нарайана Госвами Махараджа. Suddenly, I have my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev to Srila Prabhupada and to all of our Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. Затем я предлагаю тысячи дандават пранаму лотосных стоп моего Парам Гурудева, Шрилы Прабхупады и всех представителей моей Рупануги Гуру Парампары. And finally, I offer my pranam to the disabled Vaishnavas and Vaishnavas. В завершение я склоняюсь у стоп всех Вайшнавов и Вайшнави. Hare Krishna.
By the causes mercy of Sri Guru Anubhavananda, in this month of Kartik, of which Srimati Radhika is the predominating deity, we have been hearing the subject matter of how the Naam, Roop, Gun, Parikar, and Leela, the name, form, quality, pastimes, associates of Srimati Radhika have been described in Paroksha Bhava, in an indirect way, by Sri Shukadev Goswami Pai in Grantaraj Srimad Bhagavatam, the king of scriptures. По беспричинной милости Шри Гуру и Гауранги в этот священный месяц Картику, госпожой которого считается Шримати Радика, мы слушаем о том, как имя Радики, ее форма, ее качество, ее спутницы и ее лилы скрытым образом Парокшавадом описаны Шри Шукадевом Госвами в Грантарадж Шримад Бхагаватам. Шукадев Госвами, being fully dedicated to Шримати Радика, he must describe her glories, but Radhika herself appeared to him in a scorpion's. Don't mention my name openly. Будучи бесконечно преданным Шримати Радике, Шукадев Госвами всегда жаждет прославлять свою госпожу, но сама Радика, представ перед ним, повелела ему скрыть ее имя и скрыть описание ее из его повествования Шримад Бхагаватам. Шукадев Госвами's heart is extremely gambhir. Сердце Шукадева Госвами очень глубоко. Oh, directly. Repeatedly said the names of Radharani and the glories of Radharani again and again in such a way that the general person will not understand. Будучи очень глубоким, гамбир, Шукадева Госвами снова и снова упоминает Радику по имени, прославляет ее всячески в Шримад Бхагаватам, но таким скрытым образом, что ни Расика, Вайшнавы не поймут, о чем идет речь. Mahabhava Swarup Sri Radha Purani Sarva Gunakani Krishna Kanta Shiromani. Srimati Radhika is the embodiment of the Mahabhava, the condensed form of the highest degree. Srimati Radhika является олицетворением, средоточием Mahabhava, наивысшей любви к Кришне. Mahabhava Chintamani Radhara Swarup Lalita Visakhi Gana Tarakaya Vibharup. Just as a Chintamani jewel can fulfill all the desires of a person, Radhika herself is the Chintamani that fulfills all the desires of Sri Krishna. Подобно тому, как волшебный камень Чинтамани может исполнить любое желание желающего, аналогичным образом Радика является таким камнем Чинтамани для самого Кришны. Она исполняет любые его желания. Парикия Бхаврати Раса Улас Лилара Сахай Хой Бхавата Пакаш. And in the Парикия mood, the unwedded love, then there is extreme expansion and illumination of joy. И в контексте их трансцендентных отношений паракия, трансцендентных незаконных романтических отношений, очень много происходит озарений, очень много радости. And in order to increase that joy, и чтобы to manifest that joy, усилить и явить эту радость, Бхута Пакаш, Radhika has many manifestations. Radhika проявляет себя в многочисленных экспансиях. Ananda Chinmaya Rasa Pratibhavita Visthabhya Evani Jarupataya Kalabi. Radhika is the manifestation of Krishna's Ladini Shakti, pleasure potency, and all the other gopis of Raja, they are her Kala. Expansions and expansions of expansions. Radhika является полным проявлением. Радика является полным проявлением Хладини Шакти энергии, полным проявлением энергии блаженства Шри Кришны, а все остальные пастушки Вриндавана ее частичной экспансии. Radhika herself has become all the sakis. Сама Радика проявилась в обликах своих же собственных подруг. One day,
Radhika was sitting in meditation. Однажды Радика сидела, погрузившись в медитацию. And a friend came and said, "Oh, Saki." Подруга подошла к ней и сказала: "О, Саки." Oh, what are you doing? Ты чем занимаешься? Radhika came out of her meditation. Радика вышла из медитации. She was saying, "Oh, I remember when I was a little girl." И Радика стала рассказывать: "Я помню, когда я была маленькая еще." I was worshiping Катьяни, Йога Майя. Я поклонялась богине Катьяни, Йога Майи. And as I meditated on her, then a sankalpa came into my mind. И когда я медитировала на нее, у меня появилось желание санкалпа. I wish that. Я загадала желание. I had many, many forms. Я загадала желание, чтобы у меня появилось много проявлений меня. And I would love Krishna in all of those forms at the same time. Я загадала желание, чтобы меня стало много, и во всех этих разных проявлениях я могла одновременно любить своего Кришну. So my ishtadevi Katyayani, when I was meditating, she appeared in my heart and said to Tasti. И богиня Катьяни во время этой медитации проявилась в моем сердце и благословила меня: "Татасху, да будет так." And now I open my eyes and I look and I see, oh, it became true. И сейчас, открыв глаза, я смотрю по сторонам, понимаю, что это желание сбылось. Seeing all of you. Глядя на вас всех. And Radhika, she wanted that see Krishna would also have many forms. To enjoy pastimes with her many forms. И Радика желала, чтобы Кришна тоже проявил многочисленные формы, чтобы общаться с ее различными проявлениями. So, in the Narvat Lila, human-like pastimes of Radha and Krishna. В человекоподобных лилах Радхи и Кришны. Then Krishna, he's dancing with many, many gopis at once. Кришна одновременно танцует с многочисленными гопи. But still he feels I'm a coward boy. Но все же он считает себя обычным смертным пастушком. But this miraculous thing has taken place because of my Radhika's devotion to Katyayani Devi. Но вот это чудо он приписывает великой преданности своей возлюбленной Радики и ее богини Катьяни Деви. То есть он подумал: вот так у меня удается это делать, потому что Радика вымолила такое благословение. Йога Майя Упасвитаха. Йога Майя Упасвитаха. Our Srila Prabhupada Saraswati Thakur has explained this lila in Ascharya Rasa Prabandha. В Ascharya Rasa Prabandha наш Srila Prabhupada Saraswati объясняет эту лилу таким образом. So our Srila Krishna Kaviraj Goswami, he said, Sakya Sri Radhikaya Vradakumada Vidho Ladini Nama Shakti Sarangsa Prema Valya Kishalaya Dala Pushpari Tulyaha Satulyaha Siktayam Krishna Leelam Rachanichaya Ula Santyam Mamusyam Jatullasam Sosechat Shatagunam Adikam Santiyattam Nachitram. Нанди Муки говорит. Шрила Кришнадас Кавираджа Госвами описывает, как Нанди Муки говорит. She is speaking with the Brinda Devi. В разговоре с Вриндой. Because Brinda Devi saw that Krishna approached Radhika. Вринда Деви заметила, как Кришна подошел к Радхике. And when she Krishna embraced Radhika. И когда он обнял ее. Then it was the Sakis of Radhika who began to the То есть Вринда заметила удивительную вещь, что когда Кришна приблизился к Радике и стал ее обнимать, то это у ее подруг стали проявляться сатвические бавы, такая кампа, и тело стало бить дрожь. It was the sakis of Radhika who began to sweat the sattvic bhava of perspiration. То есть капельки пота стали покрывать их тела. It was the sakis of Radhika who experienced the extreme romance, percolation of the body. Это были именно саки, которые испытали романчу. Волосы стали дымом у них на телах. And baspa, tears flowing from their eyes. И слезы непроизвольно заструились из их глаз. Спришати ядима кундо радикам тацакинам бавати вапуси кампа свейда романчу басвам. Адарам муда мудасья чеппи бхакти шаятнар бхавати батта тадасам матта читрамета.
And when Sri Krishna tasted the adanamrita, the nectar of the lips of Srimati Radhika, then mattatam chitrameta, it's so astonishing that all the sakis of Radhika, they became maddened and intoxicated. И когда Кришна испил нектар от Шримати Радики, произошла ошеломляющая вещь, что все саки охмелели от экстаза. So seeing this, Brindadevi was astonished, but Nandimukhi, she said, this is not astonishing. И заметив то, что происходит, Брindadevi была обескуражена, удивлена, но Нандимукхи сказала, в этом нет ничего удивительного. Because Sarasa Prema, the essence of prema. Эссенция премы. Is called Ladini Shakti. Эссенция премы называется Хладини Шакти, энергия блаженства. That Ladini Shakti is abstract. Хладини Шакти, энергия удовольствия, блаженства, она абстрактна. Амурта. То есть у нее нет формы. But becomes Murta, concrete. Но она принимает конкретные очертания, становится Мурта. Can be experienced in the form of Vrishabhanu Nandini Shakti. То есть вот эта энергия блаженства, когда она приобретает четкие контуры и форму, это Шримати Радхарани. So Sri Krishna is the Brajakumada Vidwa. That means he's like the moon. Кришна подобен луне. So the moon gives amrita to the plants in the forest. И лунный свет насыщает все растения амритой. So Sarangsa Prema Valya. Radhika is like a creeper of prema. Радика подобна лиане преданности. And Sri Krishna, Brajakumada Vidu, Vidu. The moon of the forest of Vrindavan, from Sri Krishna comes Amrita. Брадхакумада Виду, то есть Кришна, луна Вриндавана источает из себя амриту нектар. Prema Saransa Dalya Kishalaya Dala Pushpadi Tulya Satulya. And the Sakis Lalita Vishaka Chitta Chamakalata Induleka Rangadevi Sudevi Tunga Vidya. А подруги... They are like the... They are not separate from Radhika. They are like the leaves and the flowers and the new fresh buds, manjaris, of that creeper. Кришна — это луна Вриндавана, Радика — это лиана преданности и любви к нему. А ее саки, ее подруги и ее манджри, ее служанки, они не отличны от самой Радики, они неотделимы от нее. Радика подобна стволу этой лианы, а они листики и бутоны манджри на этой лиане. So the creeper looks more beautiful, surrounded by the flowers, leaves and buds. И чем гуще листва на лиане, тем прекраснее она выглядит. And when the breeze blows, then all the leaves and buds they move with the breeze. И когда дует ветерок, то листики и новые бутоны начинают покачиваться. Like when Sri Krishna approaches to Sri Radhika playing his flute, then the sound of the flute is like the breeze, and all the leaves, the sakis around Radhika, move in the breeze. No. Когда Кришна приближается к Радике, держа в руках флейту и играя на ней, эта игра на флейте подобна дуновению ветерку. И чем ближе он пытается приблизиться к Радике, тем больше начинают колыхаться манджири и саки. Говорит, нет, Кришна, нет. This is only to increase the anger. Это нет предназначено. Нет, этот запрет предназначен исключительно ради того, чтобы усилить рвение и желание Кришны. So when the nectar of the moon of Braja forest is sprinkled on the root of the creeper, the lotus feet of Radhika. И когда это сияние этой луны, когда амрита, исходящее сияние этой луны, светит на лотосные стопы Шримати Радики, то есть на корни этой лианы преданности. Yatataro mula nisejanena taktantiya skanda vajobashaka. If you water the root of a tree, all the leaves and the branches get the benefit. So in the same way, when the nectar of Sri Krishna's rasamrita, the rasamrita of Sri Krishna's love is sprinkled on the lotus feet of Radhika, then all her sakis, they experience happiness. Shataguna Madhikam means 100 times more than if Krishna were to personally directly approach them. Чтобы дерево или кусты были здоровыми, их поливать надо под ствол, то есть в корни. И когда вот это сияние Кришны заливает своим светом стопы Шримати Радики, от этого все ее саки, манджири испытывают
удивительные эмоции, насыщаясь этим сиянием, этой амритой. Сусила Кришна Скарваджа Госвами се, вибора пишука рупа, свапакашо пибхава, шаванам аппина хирара Кришна йо ярите сва. Прабхати раса пуштим, читви бути веша, сваятина падамасам, казакинам расакья. What person who is rasakya, who knows rasa, will not take complete shelter of the sakis of Shrimati Radhika? Кришна Дас Кавирадж Госвами говорит, какой же знаток расы не захочет принять прибежище у подруг Шримати Радики? The happiness of Radha Krishna is Vibhurapa Sukarupa. It is Vibhu, all-pervading, unlimited. Удовольствие, радость, которую испытывает Радха и Кришна, они Вибу, они всепроникающие, безграничные. Свапакаша упибхава, and it is also self-manifesting. И самопроявленный. Шанамаппинахи Радха Кришна Йоярдесва. But without the Sakis, Radha and Krishna cannot experience that happiness even for one second. То есть радость и счастье Радхи и Кришны огромное, но без своих саки это счастье им совершенно недоступно, оно будет избегать им. Даже на одну секунду они не смогут испытать радости без саки. Your intellect may be saying, no, I don't believe it. How can it be true? Ваш интеллект, наверное, откажется принимать такую идею. Он покажется очень странной. This is a disrespect to the sakhi section. Но если такая идея приходит в голову, то это на самом деле неуважение к сакхи Шримати Радике. And this is why one is not progressing in bhajan. И если такие мысли появляются в голове, то это и является блоками вашего духовного развития бхаджаны. Try to appreciate the exalted position. Постарайтесь оценить их возвышенное положение. Шанамапи нахирара Кришнайо яритесва. Шанамапи, even for a second, Радхарани and Кришна cannot experience their unlimited and self-manifest joy without them. То есть Ачарья утверждает вот эту идею, что без своих сакхи Радха и Кришна не могут быть счастливыми даже на одно мгновение. Расапуштим читвибути ивеша. They are nourishing this lila. Потому что сакхи, подруги Радики, они насыщают эти лилы. They are, just as Lord Narayan has his opulences, so the sakhis of Radhika, they are the embodiments of the mystic powers, the opulences, the vibhuti of Radhika's brain. Подобно тому, как у Господа Нараяна есть его вибхути, его проявление мистических сил и достояний, сакхи Шримати Радики — это вот это проявление вибхути любви Радхи и Кришны. Prabhati rasa pushtim, and they are the ones that cause the flow of rasa, and they are the ones that nourish the rasa. И они создают поток расы и подпитывают его, насыщают и расширяют. Prema lila viharanam samyak vistarika sakhi. Rupa Goswami gives the definition of a sakhi. Those who are completely. Rupa Goswami дает определение того, кто такая сакхи. Expanding and also broadcasting the glories of Radhika's prema, lila, and vihara. Their Radha Krishna's love, their pastimes, prema, lila, vihara, and their intimate meetings. То есть Рупа Госвами говорит, сакхи это та, кто расширяет и транслирует, рассказывает о славе лил, но рассказывает о славе любви Радхи и Кришны, о их лилах и их сокровенных встречах, бихар. So, Srila Roy Ramananda, Paramarasik Roy Ramananda, the Bhajan Shikshi Guru of Shri Chaitanya Mahaprabhu. То есть супер-расик Вайшнав Рой Рамананда, который был Шикша Гуру для самого Чайтани Махапрабху. He's saying, Саки бина эй лила пушти нахиай, Саки лила вистарея, Саки асвадай. Without the Sakis, the loving pastimes of Radha Krishna, they are not, they are pushti, they are not nourished, and they are vistar, they are not expanded, and also they are not tasted.
Он объясняет, что без участия Саки лилы Радхи и Кришны не будут насыщенными, они не будут расширяться, и также их невозможно будет вкусить. Рамананда объясняет, что эти восемь главных подруг Шримати Радхики — это ее собственные мановритти. Just as everyone has a chitta vritti. У нас у всех есть колебания в чите. Йога читта вритти нирода. Которые надо прекратить, чтобы достичь состояния йоги. Patanjali said yoga means control your chitta vrittis. Потому что Патанджали объясняет, что йога это достижение состояния, где вы контролируете, останавливаете все эти колебания сознания. Chitta vritti is coming from the Rajaguna. Но наши чита вритти это продукт влияния энергии страсти. But Radhika is the embodiment of Vishuddha Sattva in the highest form of Madanakya Mahabhava. Но Радика это наивысшее проявление Вишудха Сатвы, то есть наивысшей любви, а вся соткана из любви. So your chitta vrittis manifest in the form of desires. То есть ваши чита вритти проявляются в форме желаний. So Radhika's chitta vrittis manifest in the form of Lalita, Vishakha and other saints. А чита вритти Радхики проявляется в форме ее подруг Лалиты, Вишакхи, Читры, Чампахалаты. So in the lila, step one. То есть в лилах первое, что происходит. The Sakis think, let's arrange a meeting between our Radhika and the Saravana. То есть Саки решает, давайте устроим свидание для нашей Радхи и сына Нанды Махараджа Кришны. Every activity begins with a desire. Любое действие начинается с желания. So Radhika's all activities begin with some suggestion from her Sakis. Поэтому все деяния Радхики начинаются всегда с подсказки одной из ее подруг. One of the 25 prominent qualities of Radhika is Sakhi Pranayika Vashaha. She's controlled by the love of her friends. Одно из главных 25 трансцендентных качеств Радхики это то, что она полностью находится под контролем любви своих подруг. So the Sakhis will always make a suggestion. Radhika, why don't you write a letter? I'll take it to you. То есть одна из подруг, кто-нибудь из подруг всегда что-то посоветует, подскажет какую-то новую идею. Радика, давай ты напишешь Кришне записку, а я ему ее передам. Радика, let's go to Манаси Ганга. Радика, давай сходим на Манаси Гангу. Радика, let's go to Сурья Кунду. Радика, давай пойдем на Сурья Кунду. Радика, being very simple, she's very inspired by her Sakhis and she goes out of love, she goes along with it. Радика всегда с радостью готова делать то, что хотят ее подруги. Then, when they bring Radhika to meet with Sri Krishna, когда подруги приводят Радику на встречу с Кришной, then those sakis do pushti, they nourish the lily. Они делают пушти, насыщают лилы, подпитывают их. By all kinds of loving service to the divine couple. Совершая разные виды заботливого служения божественной чите. Yadyapi sakira krishnam sangam nahima tadapi radhika yatne karaya sangam. And although they themselves, they don't want to meet with Krishna, but Radharani, she tries very hard to make some arrangement that Krishna will meet with her sons. Их любовь к Радхе Кришне безупречно чиста. Они не хотят личной встречи с Кришной, личного наслаждения с ним. Но Радика, движимая любовью и заботой к своим подругам, она всегда пытается устроить встречу между Кришной и ее Саки. So, на начале равно прерии сангамакарай Атма Кришна санга вайте коти сукхапай. And so by many tricks and traps, Radharani arranges for her Sakis to meet with Sri Krishna. And when Radhika's Sakis meet with Sri Krishna, then she experiences Koti Sukha, 10 million times more happiness. И Радика готова идти на любые уловки, чтобы устроить вынужденную встречу одной Саки с Кришной. Когда ее Саки встречается с Кришной, сама Радика испытывает счастье там во много раз превышающее личное счастье встречи с Кришной. Ananye vishuddha prema kori rasa pushta tasavara prema deki Krishna hoy tushta. So when Sri Krishna sees the vishuddha prema between Radhika and Sakis, how they all try to make each other meet with him, then Sri Krishna, this nourishes rasa and Krishna becomes
satisfied. There is Rasa Pushta and Krishna Pushta. И Кришна наблюдает за вот этой чистой дружбой, любовью Сакхи к Радхике и ее взаимной любовью к ним, то, как они пытаются устроить встречи для друг друга с ним самим, Кришна испытывает огромное удовольствие от этого. То есть раса насыщается, и Кришна тушта, он очень довольный. So, Сакхи бина эй лила пушти наяй, Сакхи лила вистария. Without the sakis, the lila cannot be nourished. First, it will not be initiated. Then it will not be nourished. Then vistriya, it will not be expanded. То есть Кришна восхищает их вот эта чистая бескорыстная любовь друг к другу. И без саки, то есть лилы не будут насыщенными, они не будут расширенными, и они не будут. Вначале они даже не начнутся, а потом они не будут насыщенными и не будут развиваться. It means this. Sakhi lila vistariya. The lila is expanded. Means. Что такое лила вистария? Что лила расширяется? Just like a tree is growing. Подобно тому, как дерево растет. So it becomes two branches. Из одного ствола появляются два. Those two branches become two. А потом на каждом из стволов появляются веточки, новые веточки повсюду. So there is only each branch is connected to another branch. То есть все ветки взаимосвязаны. So, то есть каждая ветка. Have so many pastimes, so many varieties of pastimes. У Радхи и Кришны огромное разнообразие лил. But it is the sakis who make the branch of the pastime from one pastime to another pastime, the connection from one lila to another. Но вот эти переходы. Моя бочка. Эти переходы от лилы к лиле как раз инициируют и создают сами саки. То есть как от одной веточки перейти к другой веточке. Maybe Sanat Kumar. Atmarama stamunayo. Nirvanta apirukrame. The Atmarama, they even become the insects in Braja, the bumblebees and butterflies. Великие Махапуруши Атмарама, они становятся, принимают облик животных, птичек, насекомых во Враджи, совершают бхаджан тут. Манамана самада карамарпая нижа парапанка. Панкача макаранде. So, how do they make the branch, for example? И как вот эти веточки они создают? For example, Radha and Krishna, they're playing jal krida, playing in the water. Например, Радха и Кришна играют в воде, они плещутся в воде, брызгая друг на друга. But see, Krishna won in this pastime because he's more strong. Так как Кришна физически гораздо крепче и ловче, то он, конечно, побеждает в этой игре. So they did jhulan lila, swinging. Потом они начинают качаться на качелях. And see, Krishna won in this pastime because he's more strong. Кришна снова побеждает в этой игре, потому что он сильнее. So then Radhika was thinking, all these types of games, they're all power games. Радика думала, все эти игры, в которые мы с ним играем, они все требуют физическую силу. Oh, Vishaka, think of some game that requires a brain, so vanquish the pride of this arrogant Krishna. Вишака, придумай какую-нибудь игру, которая требует хорошего интеллекта, чтобы мы могли победить этого надменного Кришну. So then, hearing this, Вишака, she has an idea. All right, I bring the Jyoti Krida. Вишака говорит, хорошо, у меня есть такая игра на примете. I bring the chaupa, the board for gambling. То есть какие-то шахматы, какую-то настольную игру она приносит. This game requires some intelligence, so Krishna will not win. Может, Кришна тут точно проиграет, потому что игра требует мозгов. А Саки умнее его, поэтому he's associating with cows all day. Он целый день с коровами общается, он не очень разумный. So in this way, as each pastime comes to its fulfillment, then a Saki comes up with the idea how to go to the next pastime. То есть каждый раз кажется, что лила истощается, уже там и наступает конец. Кто-то из Саки тут же придумывает, чем заняться следующим делом. So Saki, lila, vistariya, they expand the branches of the pastime. То есть вот они и помогают этим веточкам лил разрастаться в разные стороны. And last thing,
Саки лила вистрия, саки асвадай. They are the tasters of that lila. Они же сами гурманы этих лил, они же и наслаждаются ими, вкушают. No one else can taste it. Никто вкусить сладость этих лил, кроме саки, не может. So first they motivate the lila. Они инстигируют. То есть они инстигаторы этих лил. Then they nourish the lila. Они насыщают эти лилы. Expand the lila into branches. И позволяют этим лилам разрастаться, расширяться. И сами же ими наслаждаются. Pranayamaya vayasya kunjaranjarpitakshi chittamalabda nandamurcham patanti patiratavidhano chastita chitta chitra smara nibrita nikunje Radhika Krishna Chandra. I remember Radha and Krishna Chandra in the Nibrita, very confidential Nikunjas of Braja. Oh, я помню Радху и Кришна в очень сокровенных, их сокровенные игры в кунджах Вриндавана. Pranayamaya Vayasya, the friends, the sakis of Radhika, who are Pranayamaya? Pranayamaya. They are made of pranayama, made of intimate affection for Radhika. И подруги Радики, которые пранаямая, то есть они сами состоят из праная, из такой близкой любви, доверия, просто как они едины с Радхой. Праная means my body and your body is one. Праная? Heart and your heart is one. My senses and your senses are one. Это такое чувство близости, родственности, когда возлюбленный думает. Твое сердце и мое сердце — это одно целое. Твое тело и мое тело — это одно целое. То есть это отношение основано на полном доверии. И мама, те ощущения, что ты мой, ты моя. Such a confidence. Вот эта уверенность, вот пранайи присуще сильное вот это качество полной уверенности. Radhika is not only Shrimati. Radhika не только Шримати. She's also Хримати. Она еще и Хримати. Хримати means very shy. Она застенчива. So how can someone who's very shy give an order, oh, comb my hair, massage my feet? И как кто-то, будучи очень застенчивым по природе, будет командовать, а ну-ка расчесите мне волосы там. Накрасьте мне ногти на ногах, там несите лак. But because pranayamaya vayasya, those sakis were made of pranaya for Radhika. Но так как саки, они сами состоят из этого чувства пранаи к Радике. Асвами никшинамиха пранаяна гана. Раганатаска свамсиду. One maid servant with a deep pranaya is crying and calling you. Шрила Раганатаска свами в своей молитве упоминает себя в третьем лице, что одна одна девушка, испытывая пранаю к тебе, взывает. So she can tell, comb my hair, decorate my feet. Поэтому Радике не зазорно сказать им, расчешите мне волосы, украсьте мне там ноготки на ногах. Due to pranay, those maidservants, Radhika considers them to be like her own body. То есть это чувство. There's no shyness involved if you massage your own feet. Нет никакого смущения, как мы не смущаемся, если мы массируем собственную коленку. То есть это такое единство, что чувствуем себя совершенно комфортно попросить сделать что-то для себя. So pranayamaya vayasya kunjarandra pitakshi. They put their eyes against the jalarandra, the lattices of the kunj, to look inside. И когда саки, и когда гопи, они заглядывают в кунжу, в этот лесной коттедж, в котором находится Радха и Кришна, так через щелочки, в решетке, в окнах. And by drinking jalarandra. By drinking the yugala rupa madhuri, the sweetness of Radha Krishna's form through their eyes, then chititam anulabdhananda norchan patanti. They faint and fall to the ground. И они вот так напиваясь нектаром красоты божественной щиты, они хмелеют до того состояния, пока не падают в обморок на землю. Пратирати видадхану читита читра. Seeing chastita chitra chitra. Seeing the astonishing, the chastita, the activities. Vichitra, vichitra, astonishing, wonderful activities of Radha Krishna, they become overwhelmed with bliss and faint and roll in the earth. Наблюдая за удивительными играми Радхи и Кришны, они падают без чувств в обморок. So Saki Vistariya, Saki Lila Vistariya, Saki Ashwadaya. Four stages. First they initiate the Lila, then they nourish the Lila, then they expand the branches of the Lila, then they taste it.
То есть вот это их поэтапное участие, что вначале они же инициируют эти лилы, они их насыщают, они их расширяют, и затем же они сами их вкушают. And they taste this lila until they faint. До обморочного состояния. So in the beginning of Srimad Bhagavatam, he said, Pibhata Bhagavatam Rasamalayam Moho Raho Rasika Bhuvi Bhavaka. В самом начале Шримад Бхагаватам. The meaning is that by hearing the Shrimad Bhagavatam, then you will appear inside the Nibrita Nikunjas of Radha and Krishna, and drinking the nectar of Yuga, the Rupa Madhuri, Pibhata Bhagavatam Rasa, drinking this Rasa Amrita, Alaya, lime means fainting. Drink it until you faint. То есть вот этот призыв Шримад Бхагаватам, он означает что? Что слушая Шримад Бхагаватам, мы сможем оказаться там, в Никунже, у Вриндавана, стоя у решеточек окон, кунжи, в которой являются свои удивительные лилы Радха и Кришна, до обморочного состояния будем вкушать этот нектар, пока не потеряем сознание. Муху Ахо. Муху Рахо. One Saki fainted. Одна Саки потеряла сознание. Then another Saki was looking, oh, she's missing this lila. And giving some water, she woke up. А другая подумала, она же в самый интересный момент сейчас пропустит, лежа без сознания. И движимая состраданием, она крапляет ее водой, приводит чувство быстро, говорит, давай смотри со мной. Мухор means, and again she fainted. А та и снова она упала в обморок. So, Пибата Бхаватам, Расамалаям, Мухораху. Rasika, bhuvi bhavakaha. Here Rasika means the Nitya Siddha Gopis. Rasika означает Nitya Siddha, вечно совершенные гопи из духовного мира. And then they come to this world, bhuvi bhavakaha, and to the sadhakas who are in this world, they make them taste this rasa again and again by hearing Shrimad Bhagavatam and fainting again. И вот эти Nitya Siddha Gopi приходят в этот мир в обликах ачарьев, духовных наставников, и дают возможность практикующим садакам, преданным, вкушать этот нектар. So this is an introduction. Это сейчас предисловие к сегодняшней катхе всего лишь. Here Shukadeva Goswami. Shukadeva Goswami. 10th canto, chapter 33, 16. 10:33-16. He's causing the devotees to taste the Rasamrita of Radha Krishna's Nibrita Nikunja Lila. Shukadeva Goswami позволяет преданным вкусить нектар Nikunja Lil Radhi Krishna. Evam Parishvanga Karabhimasha Snigdekshitu Dhamma Vilasa Hasai Rame Rame Sho Braja Sundari Vi Yathava Kaswa Pratibimba Bib Brahma. Evam, in this way. Таким образом. Parishvanga. See, Krishna is embracing Radhika and Braja Gopis. Shri Krishna обнимает Радику и Браджа Гопи. He says, Rame, Rame, show Braja Sundari Bhi. So, Rame, Krishna is enjoying the amorous pastimes. Ramesh, who is Krishna? Ramesh. Krishna тут упоминается под именем Рамеш. Rame, Rame, show Braja Sundari Bhi. So, Krishna is enjoying pastimes. Here is Ramesh means the Isha of Rama. Иш, то есть Рамеш это Иша Рамы. And here Rama. А Рама в данном контексте Радика. Who? Радха. Because it is the rule in scriptural interpretation that when a name for Lakshmi is mentioned in the context of Vaikuntha, it means Mahalakshmi. If it's mentioned in the name of Dwarka, it means Rukmini. And if Rama, Lakshmi, Sri is mentioned in the context of Brajalila, then it means Rama, Radhika. Мы помним о правиле интерпретации шастры. Если имена Лакшми и синонимы ее имени, как Шри, Рама, упоминаются в контексте Вайкунтхи, значит, это обозначает богиню удачи Лакшми Деви, супругу Нараяны. Если это упоминается в контексте слова Дварка Лил, значит, это Рукмини. Но если речь идет о лилах Враджа, однозначно это обозначает Шримати Радику. Krishna is Ramesh, that means the lord of the goddess of fortune. Повелитель Рамеш, Иша Рамы, то есть повелитель богини удачи, господин богини удачи. Jayati te idikam janmana varja, Lakshmi Devi has come to Braj decorating here with the desire to get the foot dust of Sri Krishna. То есть говорится, что Индира, Лакшми Деви пришла во Брадж,
обметать улицы Враджа, чтобы обрести милость Шри Кришны. So, see, Krishna has given to Mahalakshmi the prosperity of Aishwarya. Шри Кришна отдал Махалакшми изобилие Айшварии. But not the prosperity of prem. Но не изобилие премы, любви. In Vaikuntha, Supreme Lord is Ramesh. That means the Isha of Rama. На Вайкунтхе Господь Нараяна, он Рамеш, он господин Рамы. But he's not the Ramana of Rama. Но он не Рамана Рамы. So here Ramesh means Krishna in Vrindavan, who is the Rama, the beloved, the gallant, the Dilalit Nayak, romantic Parakya hero of Radhika. В контексте Браджалил Рамеш это Шри Кришна, он Радха Раман, возлюбленный Радхики, Дирлалит Наяк. So in Vaikuntha, the Narayana is the Isha of Rama. На Вайкунтхе Нараяна он господин Рамы. But in Braja, Krishna cannot be the Isha of Rama. Но во Браджа Кришна не может быть повелителем Рамы. Because in Parakya mood, the hero will have to be Dakshinya, have to be submissive. Потому что в незаконных романтических отношениях герой не может повелевать, командовать. All the keys are in the hand of the Naika, of the heroine. Потому что рычаг управления в руках героини Наики. So here Ramesh does not mean the Isha of Rama. It means whose Isha is Rama? Is Ramesh. То есть в данном контексте слово Рамеш интерпретируется как подчиненный Рамы. Тот, кем повелевает Рама, то это и есть Рамеш. Radhika is superior to Lakshmi Devi in prem, in gun, in saundarya. That means in love, in virtues, in beauty, and in vaidagya, the arts, various arts and skills of loving pastimes. Radhika в миллион раз превосходит Лакшми и по силе ее любви, по красоте, по качествам и по благой удаче. And especially in sweetness. По сладости, по талантливости. Because this is the Naravati. Потому что лилы Радхи и Кришны, они человекоподобны. У Лакшми четыре руки. It's very impressive. Но это впечатляет, конечно, четыре руки. Human lila, it's not sweet. Но для человека увидеть кого-то с четырьмя руками, это не очень привлекательно. If you see someone who has six fingers or six toes, если вы видите кого-то шесть, it may be opulent, but it's not beautiful. Если вы видите кого-то с третьей рукой или там шестью пальцами на ногах или руках, это, конечно, интересно. Загадочно, но не очень романтично. So in prem, in beauty, in the artistic skills, Radhika, Braja Sundari Devi, and all Braja Gopis, they are far superior to Lakshmi Devi. Все Braja Gopi превосходят Лакшми Деви. Ивам Парисванга Караби Маша. At this point in the Rasalila, the dancing is going on. К этому моменту Расалилы все танцуют. So it means Ivam Parishvanga. In this way, Krishna was embracing and touching Braj Gopis with his hands, Kara Abhimarsha. То есть Кришна обнимал, он Кришна танцевал с каждой гопи, обнимал их. It means it was part of the dance. То есть эти объятия были частью танца. That sometimes Krishna is dancing. Иногда Кришна танцевал. So when you sing in the tune, then at the end, if you are mridangam player, there's a tihai. Тихай. То есть если вы поете мелодию, то в конце, допустим, мридангист проигрывает тихай. At the end of the bar, maybe the 8 beats, 12 там beats, 16 beats. 8, 12 битов или 16, 32. Braj Gopis and Krishna know all the art of Raga and Tal. Так как все и Кришна, и Радха, все гопи не очень музыкально одарены, то есть беспредельно музыкально одарены, они знают все раги, все талы. So the very last part of that последняя часть мелодии. That melody is called the Sam. Последняя часть мелодии называется Sam. So that means that Radhika will dance and sing to one particular melody, and when it comes to the sam, dedicated ja, she'll play on Krishna's chest, touching him. Like it's just to finish the sam and then finish. Now it's Krishna's turn. Can he also compete with this performance? Radhika протанцовывает под какую-то мелодию, и вместо бриданги, когда она хочет исполнить этот завершающий тихай, она бьет руками по груди Кришны.
Then Krishna will dance and try to improve on that performance and dancing, and as he's finished and coming and doing the sun, the dihe, with his hands on the body of Radhika. Кришна пытается танцевать еще более вычурно, чем Радика. Это как будто бы у них конкурс такой. Они чередуются в выступлениях. Он тоже вытанцовывает вокруг. И уже на теле Радики тоже отпевает свой тихай. Снигдакшудам, снигдакшина. And glancing with great affection. И поглядывает такими любвеобильными взорами. As Radhika is dancing, only one part of the body at the time, isolating. Радика танцует, изолируя. As the different parts of the body are moving and others isolate, Krishna's eyes are snigdakshana looking. Глаза Кришны бегают по телу Радики, пока она танцует, и она танцует отдельно глазами, руками, бровями, бедрами, плечами. Кришна в этот момент жадно рассматривает ее. Uddama vilas. Uddama means that their vilas is the not restrained in any way. Удама вилас, их игры, их общение не ограничено никоим образом. So even as part of the dance, they're kissing. Даже часть их танца это то, что они целуются. It's like a paritoshik. Как паритошик. If there's a king and some performer comes, если they do a performance, then at the end, then the king will offer some gift to that performer. То есть цари всегда зовут всяких трубадуров, музыкантов, танцоров себе во двор, те выступают, и в конце, если царь доволен, он дарит там свой перстень или что-нибудь, монетку золотую. When Radhika will sing and dance in such an astonishing way, then Krishna will dance and embrace her and give her the paritoshik of his adharamrita and his tambul uchista. То есть, вот эта награда за выступление называется паритошик. И поэтому Рада и Кришна, когда Кришна очень впечатлен танцем Радхи, он одаряет ее паритошиком, так целуя ее, пока она движется вокруг него на лету, в губы и прямо в рот передает ей свою жеванную тамбулу. Снигдакшу дхам виласахасай. From there they may go and retire to a very solitary nikunj. И прямо там посреди танцев они могут удалиться, уйти в уединенную кунджу вдвоем. In this lila, Shukadeva Goswami is giving a beautiful metaphor. И в этой лиле Шукадева Госвами приводит очень красивую метафору. A simile. Simile, сравнение. Yathavaka sva pratibimba vibrama. He said, Krishna was just like a child playing with his own reflection. Описывая Расалилу, говорит, Расалила была подобна тому, как Кришна был как ребенок, который играет собственным отражением. It means just like a little baby. Если малыш, in upper krama sometimes, у нас несколько малышей есть, там иногда бегают детки. So if a little child, если крошечный ребенок, comes across a big mirror, подойдет к огромному зеркалу, then they look. And though the reflection is themselves, they're thinking this is another person. И видя собственное отражение, все равно ребенок примет это отражение за другого ребенка. So though Radhika is Krishna's self, Krishna's own Atma. Радика это душа, это Атма Кришна, она есть Кришна. Radha Krishna eti sada eki swarup lila ras asvadite daridvayu. Radha and Krishna are one Atma, but they have two forms to relish the sweetness of their lila. То есть Рада и Кришна это одна атма, одно сердце, которое приняло форму двух тел, чтобы насладиться лилами. So just as a child, seeing his own reflections, thinks this is someone else, and he's bewildered by this. So in the same way, Radhika and Gopis, they're not someone else. They are Krishna's atma, but he's thinking, oh, this is a the daughter of Vrishabhana Maharaj, and this is the daughter of this Gop and that Gop. То есть Кришна подобно маленькому ребенку, который видит собственное отражение, потому что Радха это он сам, а Гопи все ее проявления. То есть это он сам, а он думает, о, это дочка Вришабана Махараджа, это ее подружки, это дочери соседей. И он танцует с ними, как с девушками.
So this pastime is completely vishuddha, completely transcendental. Эта лила безупречно чиста, она полностью трансцендентна. В ней нет никакой страсти, ничего. It is actually advai paratattva, non-dual reality. Это проявление недуальной реальности. Because they are not two, they are one. Их не двое. Они не разные личности, это одна личность. Но Кришна, как ребенок, принимает собственное отражение за кого-то другого и играет с этим отражением. So in the end of Shrimad Bhagavatam, it is said, Sarva Vedanta Saram Yat Brahmatmaikatva Lakshanam Vastva Dvitiyam Nishtam Kaivalyaika Prayojanam. Prayojanam. In the end, it is said, what is Srimad Bhagavatam describing? Объясняется, что же описывает Шримад Бхагаватам? Everyone knows that Vedanta is about Advaita, non-duality. Все знают, что Веданта описывает недуальность. What is non-duality? Sarva Vedanta Saram Yad. The essence of Vedanta is this. Эссенция Веданты, недуальности, это следующее. It is characterized by Brahmatmaikatva Lakshanam. That Brahma. Характеризуется тем, что Брахма, the supreme truth, верховная истина, and Atma are one. Что Брахма и Атма едины. Before you put your tilak on like this, если вы тилаку так три линии горизонтально себе нанесете, you should understand that here Brahma means Krishna and Krishna's Atma is Radhika. So Brahmatmaikatva Lakshanam. This essence of Vedanta, which is full of rasa, is characterized by the non-dual nature of the lila of Radha Krishna Yuga. То есть не торопитесь становиться имперсоналистами и наносить себе горизонтальную тилаку в трех полосочках. Поймите, что значит Брахма и Атма. Брахма — это Кришна, so а Атма — это Радха. И они и есть едины, единая реальность. So vastva dvitiyam nityam nishtam. Have nishta in this advaya vastu, in this non-dual substance. Уверуйте в эту недуальную реальность. Надармам надармам шутигана нируктам килакру вражей радха кришна прачура прасичарьям ядру. О, my dear mind, forget all dharma and dharma and just have nishta. Vastu dvithiyam nishta. Be fixed in the non-dual lila of Radha and Krishna. Манашикши Рагунат Дас Госвами призывает ум, мой дорогой ум, забудь о праведности, неправедности, просто прикрепись к вот этим недуальным лилам Радхи и Кришны. То есть завлекись их лилами. Кайвальяйка прайоджанам, because the прайоджан, the goal of life is кайвалья. Так как цель жизни это кайвалья, Kaivalya does not mean Sayuja Mukti. It means Kevala Bhav. Kevala Madhurya Mai Upasana. И Кайвалья не означает безличностное персональное растворение в Брахмане, а означает Упасану. Kevala means not mixed with anything. Kevala означает не смешанное ни с чем. It should be Ananyata. То есть должна быть полная чистота, то есть однородность, нет никаких примесей чего-то другого. The bhajan should not be the mixed with bhakti should not mixed with karma, jnana, yoga. То есть вот наша бхакти не должно быть смешана с кармой, гьяной, йогой. And that pure bhakti, which is not mixed, should also be not mixed with the mood of Aishwarya. И то бхакти, которое уже чисто, в нем не должно быть примеси Айшварии. And that mood, which is not mixed with Aishwarya, it should not be have inclination towards the dasya, sakya, or vatsalya. И в этом чистом нашем бхакти не должно быть склонности ни к даси, ни к, то есть ни к настроению слуги, ни к настроению родителей, ни к настроению друга. It should be the madhurya. У нас должно быть настроение романтической любви. And it should be kevala madhurya. Kevala madhurya. It should not be mixed with sambhogi chamai. It would be fully tatatbhavi chamai. Не должно быть самбог и чамаи, а должно быть тататбави чамаи. And among the тататбави чамаи of the сакис, it should not be mixed with the other сакис бава, only нитья сакис рада даса. И только мы должны быть смешаны с настроением нитья саки рада даса, служаночным отца радики. So that рада даса, which is not mixed with any other mood, with the total ананьята, ананья сви рада падакмала даса яйка расади, that is кайвалья яйка прайоджана. И вот эта исключительная преданность к стопам Шримати Радики и есть кайвалья и кайвальяйка, цель жизни, вот эта чистая кайвалья.
This verse outwardly it looks as if it's promoting the impersonalism. Кажется, что если можно так растолковать стих, как будто бы этот стих пропагандирует безличность, имперсонализм. But just as all the avatars are present in Sri Krishna. Но подобно тому, как все аватары присутствуют в Кришне. So in the same way, all the swarups of the Supreme Lord are present in Srimad Bhagavatam. So sometimes Srimad Bhagavatam is a Mohini Murti Swarup. And by verses such as this, she cheats the impersonalists of the nectar and gives the nectar only to the devotees. Так как Кришна аватар, и все аватары, он источник всех аватаров, все сварупы, все ипостаси Господа присутствуют в Кришне. И так как Шримад Бхагаватам это звуковое проявление Кришны, все ипостаси Господа присутствуют и в нем. И Махини Мурти присутствует там, и вот она и обманывает этих имперсоналистов, лишая их нектара. Yathabaka swapratibimba bibrahma. When the child sees his reflection in the mirror. Когда ребенок видит собственное отражение в зеркале. And he sees another boy. Видит мальчик маленький, видит перед собой другого мальчика. Then he's full of wonder. То он удивлен, думает, а это кто? So in the same way, when Radha and Krishna meet, who is that? И когда Радха и Кришна встречаются, они всегда с изумлением смотрят друг на друга. Kobala, who is that boy? Как Kobala, кто этот? So Radhika has met with Krishna so many times. Несмотря на то, что Радика с незапамятных времен вечно встречается с Кришной. Though Radhika has met with Krishna so many times, because of the intensity of anurag, it is always newer and newer, as if she has never seen him before. Интенсивность ее любви анураги придает свежести, новизну их встречам снова и снова. И кажется, что каждая встреча как будто бы в первый раз. Они не могут насмотреться друг на друга. Though Radha Krishna are meeting together, but their thirst is so intense even meeting, but they still want to meet. Radhika and Krishna встречаются уже целую вечность, но их жажда по отношению друг к другу настолько, они настолько ненасытны, и жажда настолько неутолима, кажется, что вот в первый раз они встречаются. And even after Snigdekshu Dhamma, и никогда не устают друг от друга, постоянно хочется быть вместе. Snigdekshu Dhamma Vilasasai, and even after their loving pastimes, then they forget that they have met. И даже насладившись своими интимными лилами, после завершения их они забывают, что они уже были вместе. And again they want to meet for the first time. И снова хотят тянуться друг к другу, как будто бы в первый раз. So this the Krishna is called Navayovana. Кришна называют Навайована. Fresh youth doesn't mean only he just became a young man, but it means, oh, when Radhika looks at him, he's always new as if I had never seen him. Навайована не то, что он только вот сейчас недавно стал юношей, такой свежий юноша, а это субъективное восприятие Кришны Шримати Радикой. Всегда, когда она смотрит на него, он ей кажется свежим, новым, каким-то удивительным. Pratichina Bharatafu. Oh, and that is that flower of that rasa is blossoming at every second. И бутон цветка этой расы постоянно распускается. So Radhika sees in each moment ever increasing fascination with Sri Krishna, and Sri Krishna sees in Srimati Radhika at each moment ever increasing fascination. То есть Кришна всегда интересен Радике. С каждым мгновением он становится все более загадочным для нее, интересным, зажигательным. И это взаимно. И то же самое происходит по отношению к Радике в сердце Кришны. Всегда она его удивляется. So the moment the child sees his own reflection, Radha Krishna is like this at every moment. И когда маленький ребенок случайно натыкается на огромное зеркало и видит перед собой свое отражение, принимая его за другого ребенка, он в изумлении так отходит и рассматривает его. Кто же это? Вятити бхавана ватма ясчамакара бхарабху читейса чуцулей бхарам сватитейса расоу матаха. What is rasa? Что такое раса? When the heart becomes flooded with a great inundation of Vishuddha Sattva. Когда на сердце льется поток целый Вишудха Сатвы. Which causes one to experience all the rasa samagris, the vibhav, anubhav, satukabhav, and so on, simultaneously. И все восприятие меняется, потому что преданный уже может одновременно испытывать все расы самагрис, все ингредиенты расы одновременно. Giving rise to experience, which is a chamatkar. И вот это дает ему то,
доступ к восприятию, которое полностью чамадкара. Удивительное, потрясающее. That taste is called rasa. И вот этот вкус удивительный называется раса. And what is this rasa-lila? И что это за раса-лила? Rasa nam sumua iti rasa. All the rasas are manifest fully in this lila. В этой лиле по всей полноте проявляются расы. So, we could not complete the verse. So, we'll complete it tomorrow. Please come at 4:30. Мы не могли завершить сегодняшнюю катху. Завтра возвращайтесь в 16:30. Мы продолжим. Start early, I can complete. And I'm giving you some homework also. И вам даю домашнюю работу. After this verse, we'll explain how Shrimati Radharani's name and qualities and pastimes are directly spoken by Shukadeva Goswami in the verse Naparayam Niravadya Samyudyam Swasadu Krityam Vibhudayu Shapiva Yamavajan Durje Gayasankla Samrishitarva Pratiyatu Sadhana. Directly Shukadeva Goswami is saying it. But the Radhika's name and qualities are hidden in plain sight. Домашняя работа. Try to find where the name, form and qualities of Radhika in this verse. Загадка. Где в этом стихе сказано имя Радхи и ее качество, потому что они там присутствуют, и вы должны додуматься, в какой форме разыскать их. Вот теперь так.